Ребята, всем привет! На этой брутальной BMW к нам приехала прекрасная, красивая девушка, которая решила сделать выхлопную систему. Она приезжала первый раз для того, чтобы подобрать звук и установить насадку, но этого ей было недостаточно. Она приобрела диффузор, она искала его, наверное, месяца 4, ждала его, и вот, наконец, этим солнечным летним днем она приехала к нам для того, чтобы мы раздвоили выхлоп, поставили карбоновые насадки под карбоновый вот этот вот спойлер. И, соответственно, все это сейчас выглядит очень органично, классно, кайфово. А звук вы зацените сейчас. Поставьте лайк или дизлайк и напишите в комментариях, как вам это.